Ребят, вот эту тачку видите? Вот эту. Короче. Номер в описании, номер в комментариях. Пишешь на WhatsApp, участвуй, выполняешь условия, и она твоя. Да, ребята, да. Я запускаю розыгрыш Volkswagen Polo. Это машина жены. Это самый крутой, наверное, будет розыгрыш, который когда-либо делал. Потому что, ну, из машин я делал только Приору там и Волгу разыграл. Они не такой стоимостью. Эта машина все-таки под 600 тысяч стоит. Покупал ее за 500, по-моему, что-то 80 плюс. Сейчас я на нее новую резину обул, новые диски на нее купил. Вот, полирнул ее. Она, ну, выглядит она, ну, нормально. Не скажу, что она вау, а машина все-таки 12-го года. И есть коцики, есть где-то что-то там, местами где-то лак отваливается. Ну, потому что машина, ну, сами понимаете, 12-го года. Вот, но билетик всего лишь, ребята, 500 рублей. Это не такая уж и большая сумма, чтобы можно было поучаствовать. Сделал возможность для каждого. Не стал выше задирать, чтобы могли попробовать свою удачу каждый. Все условия по номеру телефона. Не нужно просто смс-ку писать, нужно на WhatsApp написать «участвую», либо перейти по ссылке, я попробую ссылку сделать. Но если ссылки не будет, то на номер. Вот. Билетиков не ограничено. Ровно через неделю, сегодня вторник, в следующий вторник встречаемся здесь же в Ютубе, в прямом эфире, 16:00 по Москве, 18:00 это будет у нас 6 часов вечера. Вот. Встречаемся ровно через неделю. Я разыграю, именно ты, возможно, ее и заберешь. Ну, а тот, кто скажет мне, тачка не нужна, ну, тогда стоимость машины я перечислю тебе на карту. Это, ну, это 600 косарей, да. Если ты скажешь, у меня либо прав нету, либо скажешь, у меня тачка есть, я просто хотел попробовать поучаствовать. Ну, вот, купил билет за 500 рублей, а на карту хапнул 600 тысяч. Вот. Как-то так, ребята, пришло время порадовать свою аудиторию и разыграть тачку Volkswagen Polo. Это тачка жены. Жена накаталась на ней, научилась, ездила, безаварийное у нее было вождение. Вот. Ну так, что-то там где-то на бампер коцнула, там что-то в бордюр где-то заехала, ну так, по мелочи. Вот. Но это все мелочи, это мелочи. Поэтому попытай удачу. Вот. Билетик не такой уж и дорогой. 500 рублей это, ну, блядь, две пачки сигарет, либо бутылка пива, либо прожрать ее пойти прокурить, ну, либо уж мужики, не знаю, смотреть сами, либо, блядь, купить жене, ой, купить, выиграть ее жене, подарить, либо самому ездить, ну, либо так чисто, для кому, для начинающему сесть, покататься, поучиться, тачка, во. Вот, экономно, жена заправляет бак, блядь, и месяц почти на нем катается, ну, реально, экономная тачка. Поэтому спасибо за просмотр, ну и залетайте на мою движуху. Но еще будет пару подарков, я вам потом расскажу. Это не все. Это еще не все. Короче, вот как-то так. Вот. Как-то вот так. По поводу ступенек я тебе сейчас объясню. Ступеньки я тебе целиком снял по одной простой причине. Здесь вот эти вот железочки и вон там железочки, лучше их не трогать, бля, потому что, блядь, сломаются, пиздец, мы их не найдем. А это все так вот, эту блестяшку снять, а все это закрасить. Хотя блестяшка здесь тоже одна вот поебана. Ее бы тоже с ней что-нибудь сделать, покрасить, что ли. Это тогда все надо будет перекрашивать. Ребята, всем привет. Я тут, короче, разбираю мордашку от Volvo. Вот, решеточку. Мне нужно вот эти черные детальки снять. Открутил вот саморезы.
сожалению, набор весь в Вольве. Вольво работает. Вот. Вот эта вот штука мне надо. Что у нас тут? Тут у нас заглушка. Опа. Заглушка. Ага. Все. Так, вот эту штучку, детальку, мы будем красить. Так, вот, видите, все на месте. Эту мы красить не будем. Сейчас мы вот этот открутим еще. У нас еще, ребята, с вами вот сколько работы, бля. Нам вот эту нужно красную снять. Нам черная деталь нужна. А она, смотрите, охренеть, она припаяна. Ёк-макарёк. Ёб твою мать, сколько здесь припайк. А если мы её... А мы её никак и не покрасим по-другому. Собака судовая. Короче, надо... это все дело отпаивать. Это тоже дело поедет покраску. Готовимся к фестивалю. Всего лишь навсего мне нужна вот эта вот черная деталь. Хочу черную деталь покрасить. Что у нас тут еще? Это у нас дворники. Здесь у нас будут дворники. Эта деталь тоже будет краситься черным. Вольво. Вот эту деталь надо тоже красить. Вот этот хром надо снимать, прежде чем покрасить. А как? У нас хром снимается за щелкалки, вот они. Это уже лучше. Хром мы сейчас снимем с вами. А так, короче, все я уже там разобрал. Осталось вот эти моменты. А? А? Ну вот, короче, хром снимаем. Вольво уже снял. Я не знаю почему. Мне кажется, маляр меня, наверное, нахуй пошлет с этими детальками. Представляете, она мелочь, но возиться с ней, блядь, это же надо каждую детальку подготовить, это каждую детальку надо покрасить. Вот я сейчас маляра работы подкину. Едет подбитыш мой. Страшно. Мало. Девчуля моя вернулась. А, один отъехал. Потух, да. А я купил два. Я его когда купил, там трещина была. Я думал, ничего не будет, а он запотел, короче. А мне как на брак скидку на него сделали. Ну, блядь, вот он и отъехал один. Ничего страшного, я купил, все поменяем. А у тебя что, нет, блядь? Я думал, сейчас стоят сзади нахуй. Стендоскопы, блядь. Я тоже прицеп получу, смотрю, ни одного хата.
Ты, блядь, где зеркало разбил? Ты, блядь. Всю тачку расхуярил, блядь, наездник. А пластик весь продал. Эй, туалет. Бедная девочка моя, блядь. Чё ты с машины? Чё с машины, блядь, сделал? С вас 1000, пожалуйста, молодой человек. Никитос, 1000 давай нахуй. Ёбаный в рот, блядь. Вот, доверил Илюхе машину, блядь. Пиздец, разъебал нахуй все в хлам. Ёбаный в рот, блядь. Что за хуйня, блядь, Илюха? Мне гаишник говорит, блядь, тормози. Я говорю, нихуя, он палку как кинул, как разъебался, нахуй. Палку да? Я не знаю даже, как машину принимать, тут полморды нету, блядь. Бедолага. Не волнуйся, я соберусь, буду выглядеть зашибись, никто даже не заметит. Еще поймал? Это тот, который я тебе говорил. Ага, блядь. Вот. Стекла уебал, лобовое разбил, зеркала разбил, блядь. Дверь помял, блядь. Туманки, блядь, уже все от кастрюли. Фонарь сзади не горит, ебать. Вот вам Илюха, говорит, блядь, такой парень, говорит, классный, нахуй. Штрафовать, ну. Я тебе, блядь. Тоже надо снимать и перекрашивать. Что ты на меня смотришь, нахуй? Мерседес. Что за иероглифы? А, я понял, это для слепых, да? Да. Они да. Щупают. Здорово, братичка. Здорово, братичка. Футболка моя, да? Да, конечно. Футболка моя? Бля, заебись, хоть руки вытер, блядь. А, отпечатки все оставил. Я тут рыбу просто, Люх, кушал. Будешь слышать, я тебя тут оставил, Люх. Покушай, братишка. Я знал, что ты приедешь. Голодный. Опять машину вот эту ломает нам. Они легко, да, снимаются? Угу. Я Люху весь день ждал сегодня. Ради вот этого. Не только ради. Ну, ради Люхи просто. Соскучился по Люхе. Вот два диодика, видишь, вот они? Да? А вся лестничка? Ну, снизу и сверху. А, двоих? Ага. Ну, тогда да. Сейчас я сниму, нахуй, Люха без них будет ездить. А, куда уже? Я буду ездить, да, Илюх? Да. Ты все, домой? Я не знаю, если они не пошлет никуда завтра. Ну, да. Да, снимай. Здорово. Короче, вот эти вот дела, вот эти моменты, вот этот надо отклеить. Опа. Опа. Это плата. Тот дает нам габаритик белый. В ресничке. В ресничку. А нам нужен оранжевый. Опа. Видишь, как красиво. Вот это мы забираем. А вот это надо назад поставить, потому что тут резинка. Если не поставить, то она будет вся в пыли. Илюх, я одну снял. Вот этот вот габаритик, он отпаяется. Не знаю как. Ну, клею. Не, они умельцы могут. Да. Ну, а уже сделал женек себе там. Бля, кстати, они... Это же плата, она же может легко и сломаться, да? Конечно, надо вообще в аккурат. Это я, если то, что я сильно давлю, это я зря это делаю? Ну, надо потихонечку, да. Клей есть клей, но без фанатизма. Если трещина появится, также контакт туда-сюда. И все, баста, скоробузики.
Блять, неохота попадать на новые фары, да? Конечно. Они стоят как лапа. Опа, нахуй. Такая плата стоит в Европе. На этом спрашивал ребята, кто мне хотел помочь. Двадцаточку. 24 000. Ой, бля. Аккуратненько. Вот, видишь, Илюха, как все легко делается. Mm-hmm. А ты, я не могу. Илюхе попросил. Илюха, сними платы. Что ты скажешь, свое оправдание? Ничего вообще говорить не надо. Иди, крути гайки, нахуй. Пока шеф работает, бля. Ты только и можешь гайки крутить, да, Илюха и Руль? Провода приклеил? Куда приклеить? Ну, спрятал. А? Какие рычажок нашел сразу, да? Какой рычажок? Ну это. Чтоб просто вываливалось. Я имею в виду это, упор. Не нужна ли? Юмористы, блин. Юмористы? Да. Куда на машине, не? На своей. Ну, я что? Ну, ты, ну, просто спрашивают, типа, ну, домой за пиво надо? Да. Никитос-то пил, просто пьет, блин. Никитос никуда не едет. Опа. Все. Сломал мак, прикинь. Пизда, нах. Поэтому Илюха и не мог снять. Почему? Потому что Илюха очковал. Илюха сразу купил новый колоской. Четыре сразу. Да, весь фара, да? Ну ты сломал, ты покупаешь нам. Нет, если нет. Я сломал, то нечаянно нахуй, да? Я нихуя ничего не ломал. Бля, как же iPhone охуенно снимает. Ай-яй-яй. Это типа как в детстве. Ты аккуратнее так пальцы подставляй. Слышишь, я говорю, как в детстве, да, если... Мамка говорит, ну если у тебя там кружка упала, разбилась, то руки... И жопы растут, либо в рукохухе ебутся. Если мамка, блядь, разбила, то это, блядь, к счастью, нахуй. Либо ты виноват. Не-не, ну если, типа, тарелка упала у мамки, ну, типа, это к счастью. Если ты разбил, что, блядь, руки в рукохухе ебутся. У нас как бы так было. Бля, вот это, кстати, сильно сидит, бля, прикинь, не отклеивается. Чем их назад потом приклеить? Блядь, да этим, нахуй, на герметик. Какой герметик? Либо... Блядь, ну хуй, ну лучше это, повезут и пусть там поинтересуются, блядь, на что приклеить. У них клей тогда спросить надо, да? Либо клей спросить, да. Ну все, теперь даже... Хуйню мне, кладай обратно. Какую хуйню? Я уж шаринку застегнул. Как нахуй застегнуть? Илюха, братишка, ты скучал по мне? Пиздец как. Пиздец как? Что-то наебывает, мне там опять звонит. Не звонит, а звонят. Ебать. Слышь, а если вот это вот красить, это, блядь, что, полностью крыло снимать, что ли? Да, не, ну вот это. Она не, вот это. Она снимается. Одет. Вот эта штука снимается? Крыло, да, снимается, она отщелкивается. Надо покрасить ее, может? Бля, если мы ее покрасим, то вот это надо красить. Да. А если это красить, надо крыло снимать, да? Да, но оно снимается тоже. Тогда что, не красить, нахуй? Да. Чему? Километр, блядь. Это Леха, ебать, крутил. Ну хули, его нету здесь, конечно, можно на него валить. Мы с Лехой, с Рыжим делали. Леха, понял? Капот весь поцарапается, блядь. Они еще и джерждавели, наверное, да? Ну, блядь, что-то нахуй. Прокручивается? Нет. А? Откручивается. Надо нержавейку, я говорил, Лех, давай нержавейку купим. Он говорит, да нет, такие пойдут. Леха, ты косяк, ебать, ходячий. Полный, блядь. Приехать, исправить, нахуй. Я говорю, Лехи нет, можно на него все валить. А что, если он крутил? Ну, ебана в рот, блядь. Да, тут вообще скол нормально пролетел, аж лак отлетел, да? Это уже керкер. Лак? Да. Ты, что ли? Вот, блядь, на покраску Илюх стрял, блядь. Да? Одна деталь, 8 кишек. Понял? Все, собрал я. Вот это все, блядь. Маляр будет просто в шоке, нахуй. С этой мелочью возиться, блядь.
Ну вот, теперь Volvo будет так ездить пару недель. На недельку до второго я уеду в Комарово. Зеркало конфисковываем. Спасибо, ребят, за просмотр. Ничего страшного, соберется, она будет выглядеть отлично, классно, будет просто. Короче, ребята, номер в описании, номер прикреплю в комментариях, на WhatsApp напишите, просто участвую. Либо я там ссылочку также прикреплю рядом с номером, либо можете по номеру перейти, либо можете по ссылочке перейти. Вот. Если получится ссылочку сделать. Если ссылочки не будет, тогда просто по номеру, просто на WhatsApp, просто участвую, просто выполняйте условия и просто получите просто классно, просто тачку.